Все идет по плану. Работы по строительству дополнительной полосы на въезде в Сургут у поворота на Белый Яр завершатся не позже, чем через месяц. Подготовительный этап завершен. Сейчас подрядчик роет котлован, чтобы расширить трассу. Следом здесь уложат основание из песка и щебня, сверху заасфальтируют. Длина дополнительной полосы составит 800 метров. Ее стоимость порядка 33 миллионов рублей. Это средства сургутского бюджета. В департаменте городского хозяйства отметили, что полотно здесь будет уложено по новому ГОСТу. Требования для смеси асфальтобетона повышают его износостойкость. Сделали свалку кустарника, произвели зачистку территорий. Дальше сейчас роем котлован для того, чтобы расширить дорожную одежду до нужных параметров. Ширина полосы увеличится на 3,5 метра. Сложности здесь как бы мы не встречали. Единственное, что неудобство создает, что здесь проходит оптиковолоконная связь, Мегафон и Ростелеком. Вот, приходится как бы согласовывать все эти действия с эксплуатирующей организацией. Полоса будет рассчитана только на правый поворот. Отметим, что раньше водители, которые не хотели стоять в пробке со всеми, кто направлялся в город, постоянно объезжали транспорт по обочине, чтобы повернуть в Белый Яр. Теперь им делать это не придется. В департаменте городского хозяйства сообщили, что автомобилисты неоднократно просили их решить проблему. С соответствующим предписанием к чиновникам вышла и ГИБДД. Подрядчик, компания «Автодорстрой», будет держать на гарантии новую полосу 4 года. Работы все будут выполнены в этом году. Работы идут в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Да, они начались немножко позже, но по сути, когда выделены бюджетные деньги были на устройство этой дополнительной правоповоротной полосы на этом участке дороги. Ну, никаких сбоев в работе нет, нарушений календарных планов тоже нет. Конечно, может быть, не самая жаркая пора сейчас для данных видов работ, но будут работы завершены до наступление там холоданий, там снега.